опять попить. А, братан, пить нельзя, совсем хуже станет. Вот умыться можно. Сейчас. Подожди, есть? Есть. Бумажек по 500 рублей. Вроде я ничего такого не купила.
мам, я не брала. Если мне надо, то я у тебя попрошу. Сейчас. Ты попросила деньги. Почему? Мама, они мне были нужны, спрашивали. Ты же знаешь, просто так я бы тебя не просила. Но они очень были нужны и лезли. Просто он не хотел, чтобы ты об этом знала. Ты не решается матери попросить денег. Хлебчик, денег. Вот, пойди на кухню, скоро отец идет с собой. На занятия-то он ходит? Нет. Не ходит на занятия? Да что ты такое говоришь? А где же он бывает? Я не знаю, я думала, может быть, ты в курсе. Нет. Мне говорит, что идет на занятия. Врет он! Извини. Каждое утро аккуратно встает, одевается, говорит, что идет в университет. В последнее время он... Иначе не изменился, стал каким-то странным, раздражительным. Я тоже этого не видела. Я думала, это у него с тобой проблемы. А может, Сетти? Я так не думаю. Ты так не думаешь. Почему? Ну, потому что я же сказала, он в университете почти не бывает. Ему не до учебы. Не до меня нет дела. Ты знаешь, я в курсе ваших отношений. Да ты сама со мной делилась. Понимаешь? Я переживаю за его учебу. Он не сдал 4 экзамена из 6. И ни одного зачета. Стоит вопрос об его отчислении. Молодец, что позвонила. Если мама узнает, то она не переживет этого. Роза,